Юным ульяновским спортсменам выдалась уникальная возможность пообщаться с чемпионами мира и олимпийскими призерами. Все благодаря международному фестивалю национальных видов спорта «ТАФИСА». В программе запланировано более 40 семинаров, мастер-классов от зарубежных и отечественных спортсменов. Больше 1500 человек пришло на мастер-класс по кикбоксингу «ФОК. Новое поколение». Тренировку провел главный тренер сборной России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира, многократный чемпион Европы и России Михаил Герасимов. Ульяновская федерация иной раз показывает, каждый раз, что мероприятия они проводят все лучше и лучше. Посмотрите, сколько народу, сколько детей, родителей пришло на наш вид спорта кикбоксинг. Прежде Михаил поприветствовал всех участников, поблагодарил местную федерацию кикбоксинга за приглашение и организацию мероприятия. А несколько ульяновских спортсменов получили из рук чемпиона удостоверение мастеров спорта России. Заслуженное удостоверение мастера спорта России. Кристина в этом году отобралась на чемпионат мира, и это чемпионат мира. Давайте пожелаем ей удачи. Приехал Михаил Герасимов, это главный тренер сборной страны. По сути дела, он выбирает, он отбирает на чемпионатах. И это очень важно, чтобы он приехал сюда, увидел наших малышей, наших детей, наших воспитанников. И потом учел где-то это при своем отборе, да, чтобы люди попадали здесь, попадали в сборную. Организаторы уверены, подобные уроки от именитых спортсменов – огромный стимул для ульяновских ребят заниматься и добиваться успехов. Тем более, что все условия для занятий спортом в регионе созданы. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.